1000 волгоградских семей получила ключи от новых квартир. Обладателями новых квадратов стали бывшие жильцы аварийных домов, расположенных на улицах Саушинской, Олимпийской и проспекте Волжском. Муниципалитет передает жилье волгоградцам по мере ввода зданий в эксплуатацию. В новых квартирах уже выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, газовые и электрические плиты. Владельцы помещений в аварийных домах получают новые квадраты в собственность, а те, кто проживал в аварийных домах на условиях соцнайма, заключат новые договоры. На сегодняшний день еще больше 500 человек заключили контракты на приобретение новых квартир, и больше 400 миллионов рублей выплачено собственникам жилья в аварийных домах, которые предпочли денежные компенсации.